Этот подарок он получил от областного правительства за свое мужество и стойкость. Воспитанник Ульяновской спортивно-адаптивной школы Игорь Харитонов достиг своей мечты и победил во всероссийской летней спартакиаде для людей с поражением опорно-двигательного аппарата. Покорил спортивный олимп 23-летний Виктор Обломков. Он инвалид по слуху. Спортсмен стал чемпионом по легкой атлетике 23-х Сурдлимпийских игр, которые проходили в этом году в Турции. Есть, то есть недостатки небольшие для наших условий. Вот, то есть некоторых тренажеров не хватает. Вот, допустим, бань. Желательно, чтобы были бани, массажи тренировочные специальные. Вот, это вот лично для меня. Вот, а так все хорошо. Для восстановления, для укрепления. А так все прекрасно. Чествование участников и победителей игр прошло в рамках встречи Сергея Морозова с Олимпийским советом Ульяновской области. После церемонии представители власти и спорта успели обсудить ряд важных вопросов. К примеру, создание в регионе отделения Сурдлимпийского комитета, который в частности поможет решить вопросы адаптации уже существующих в регионе спортобъектов под слабослышащих и видящих спортсменов. Это даст возможность провести на территорию области как минимум чемпионат России. Я твердо уверен в том, что все эти достижения – только начало большого и, несомненно, славного пути. Я уверен, что впереди у вас и у тренеров еще много громких и ярких побед. А мы здесь все находящиеся, члены Олимпийского совета Ульяновской области, руководство региона, со своей стороны и дальше будем делать все возможное, чтобы все ульяновские спортсмены славили нашу с вами малую родину блестящими триумфами и выдающимися результатами. На встрече также подвели итоги конкурса на получение президентских грантов. Два из них выиграл Олимпийский совет Ульяновской области. Полученные деньги, а это почти 3,5 миллиона рублей, пойдут на развитие паралимпийского спорта и на проведение фестиваля олимпийских видов единоборств совместно с Китаем. Рената Алиулова, Руслан Баталов, новости Ульяновской правды.